Привет всем, друзья! Добро пожаловать в мой новый ролик. Разрыв в отношениях Ямана и Сэхер неуклонно растет. Сэхер дышит рядом с Йофретом, испытывая разочарование и отвращение. А потом переходит к Фикрету. Яман же ищет прощения для себя, он действительно устал каждый раз совершать одну и ту же ошибку и сомневаться в Сэхер. Так что же будет дальше, друзья? Еще один день, когда Яман и Сэхер расстались из-за Фикрета, будет на глазах у публики. Забавная ситуация возникает. Когда Али и Дуйгу увлекаются со своими друзьями приготовлениями к свадьбе, и приглашения печатаются неправильно, имена в приглашении значатся как Али и Дуйгу, и все думают, что они женаты. Мать Дуйгу оказывается в руках мафии в надежде найти свою дочь Жасмин. Краткое содержание серии «Доверенного». Вы также можете оставить свои комментарии ниже. Прежде всего, перед просмотром видео, если вы не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться и поставить лайк видео. Вы можете досмотреть до конца и прокомментировать свои мысли. Я ожидаю от вас большого количества лайков за то, что вы увидите и исправите это видео. Яман продолжает платить за свою ошибку, следуя гарантии. Несмотря на то, что рядом с Сэхер всегда есть пропеллер, разбитое сердце не кажется легким решением. Что нас ждет в следующей части? Улучшится ли ухудшение отношений пары? Остановится ли буря? Яма устал от недоверия Сэхер к ней каждый раз. Если вспомнить предыдущие серии, Яман много раз ходил на игры Игбали Зухаль и атаковал Сэхер. К тому же то, что он делает сейчас, намного хуже других. Яман к этому времени много чего подумал. Вот некоторые из них, из которых Сэхер возьмет Юсуфа и уйдет. Или что-то вроде того, что Сэхер была охотником за наследием. Заряд на этот раз намного хуже. Яман официально собирался обвинить Сэхер в предательстве. Вот почему на этот раз Сэхер, похоже, нелегко прощает Ямана. Сэхер поклала кольцо и ушла. Яману было слишком поздно осознавать свою ошибку. На рассвете он пошел куда-то и сел. Вы намазали это снова, оно только что зажило, потому что вы снова залили мои раны кровью. Вы узнали правду, но после всех обвинений я не могу вернуться к вам. Ты доверял мне, где твое доверие, почему ты никому не доверяешь? Она начала плакать про себя, говоря, что он был убит горем и очень расстроен. В это время Юсуф звонил с мобильного Чингера. «Тетя сказала, что я так по тебе. Скучаю, давай, мне нужна твоя помощь с домашним заданием, пожалуйста, приходи домой». И Сэхер вытерла слезы с глаз и сказала: «Дорогой, у меня все хорошо». Даже после этих событий Яман по-прежнему любит ее как сумасшедшую. Но все, чего она хочет, это чтобы Яман больше не сомневался в этом. Однако на этот раз Яману будет не так просто искупить свою вину. Потому что он сказал Сэхер очень резкие слова. Он даже думал, что у них с Фикретом роман. Но все знают романтического человека внутри Ямана. Теперь этот романтичный мужчина выйдет и сделает все возможное, чтобы снова завоевать сердце Сэхер. И он скажет, что я никогда больше не буду сомневаться в Сэхер, и я всегда буду ей доверять. Однако, как бы хорошо ни шли дела у них двоих, нельзя забывать о двух ведьмах. Они продолжат свои игры с новыми сценариями. На этот раз их цель — натравить Сэхер на Ямана. С другой стороны, будет романтичную, не говоря уже о большом беспорядке в особняке. Там ему удалось покорить Дую своим героизмом. Между ними все идет прилично. Но на этот раз мама Дую облажалась. Он будет сотрудничать с мафиози, чтобы найти свою дочь Жасмин. Люди говорили, что если вы дадите нам деньги, которые мы хотим, мы отдадим вам вашу дочь. И наивная женщина сразу поверила. Но мужчины были за ее деньгами. А когда женщина отдала деньги, все осложнилось. Когда он понял, что Жасмин там нет, он хотел убежать оттуда, но парень не позволил ему. И он запер ее в комнате. Он также сказал это султану, Ане, Али и Дуйгу, одному за другим. И все становилось все больше и больше.
это чувство сильно беспокоило мать. Но Али посоветовал ему успокоиться и не паниковать. И они пошли за мальчиками. В этом разделе траста все усложнилось. Он продержался но какое-то время, а затем взорвался. Этот взрыв был против Фикрита. Сехер, однако, не знала, что делать, когда увидела это, она встала между двумя мужчинами и решила, что инцидент вырос. Позже, когда сверху позвонила дочь Фикрита, он ответил, что ведет себя нормально, все в порядке, дорогая, я сейчас приеду. Когда Фикрет поднялся наверх в Сехер Яман, что с тобой не так, почему ты так поступил? Как ты думаешь, что делаешь? Сердито сказал он. И он сразу же поднялся. Фикрет сразу нашел оправдание и сказал, что мы должны пойти к его дочери. И быстро начал паковать чемодан. Дочь Фикрета расстроилась, а потом мы вернулись да. Наблюдать. Фикрет, давай, девочка, быстро убирайся оттуда. Он попытался развеять вопрос, сказав: сожалею о Фикрете в Сехер Фикрет. Я не понимаю, почему вы так себя ведете. С другой стороны, Фикрет, пожалуйста, не сердись на Сехер, пока она готовится. О них поговорим позже. Сехер дал следующий ответ. Мое сердце не желает отпускать тебя вот так. Простите за ночное время, я не хотел, чтобы это произошло. Фикрет, не беспокойся о нас, будь осторожнее с этим парнем. Если что-то пойдет не так, дайте мне знать. Я тебя сразу же достану. Сехер пытался придать смысл тем, кто не мог ответить. Собрав вещи, Фикрет с дочерью быстро спустились вниз. Вы принимали утреннее лекарство? Спросил он, спускаясь по лестнице. Фикрет сказал, что да, я заметил. Но девушка была расстроена из-за того, что покинула особняк и попрощалась с отцом моим дядей, который так и не попрощался. Юсуф с другой стороны собирался в особняк, сказав, что я позвоню ему прямо сейчас, и именно тогда Сехер остановился. У вашего дяди была работа, он не мог сейчас прийти, я могу так сказать. Он знал, что Яман не придет. После того, как подъехало такси, они вошли в особняк и вышли из него. Сехер сказал Неслихану отвезти Юсуфа в его комнату и быстро отправился в Яман. И он вошел в комнату. Как ты мог это сделать? По какому праву ты можешь поступить так с Юсуфом, со мной, с человеком, который был добр к тебе? Яман тоже нервно ответил. Вы просите у меня аккаунт. Он показал письмо Сехеру, сказав, что вы объясните, что это значит. Сехер пытался выяснить. Он сказал, что впервые вижу его. Эта идея, ваш брат пишет, что он с вами делает. Это вышло среди ваших книг на Ямане, вашей. Декабрь.